Здравствуйте, любители хорошего звука. Сегодня у нас вот какой герой. Ну, следовательно, это интегральный усилитель Denon PMA-1315R. Ну, я так понимаю, это топовый усилитель в своей серии. Ну, я не знаю, это, наверное, где-то середина 90-х годов. Вот, собственно говоря, аппарат классный, тяжелый, серьезный. Серьезный и внутри тоже. Ну и, следовательно, послушаем мы его сегодня с CD-ресивером, ну, скажем так, источником будет Denon N7 и акустика монитора аудио Silver 5i. Это тоже англичане, где-то, наверное, тоже, наверное, может быть, начало 2000-х, не знаю. Слушаем. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I... Монитор аудио очень любит серьезные мощные усилители, и вот этот усилитель их раскрывает по полной программе, просто оживляет их. Часто говорят, монитор аудио деревянный, они не играют. Конечно, не играют, когда на усиление не пойми что. Давайте поближе его еще посмотрим. К сожалению, света маловато. Звучит действительно как взрослый топовый усилитель. Всем поклонникам Денона. Мягкий, комфортный, вкусный звук. Всем спасибо, думаю, достаточно.